Что повышает уровень стресса у людей так же, как и фильмы ужасов? Ответ на этот вопрос знают шведские ученые. По мнению специалистов, биться сердца людей чаще вынуждает медленная загрузка интернета. В рамках опыта добровольцы просматривали видео на смартфоне. В это время у них замеряли пульс, активность мозга и скорость движения глаз. Выводы, как говорится, неутешительные. О стрессоустойчивости тверитян и ее связи с онлайн-жизнью в нашем следующем сюжете. 21 век – век высоких технологий. Время, когда вся информация мира содержится в одном маленьком устройстве – смартфоне, планшете или ноутбуке. С помощью электронных девайсов мы смотрим фильмы, общаемся с друзьями, узнаем новости, заказываем товары и услуги, а также совершаем еще 1000 самых разнообразных действий. Это подтверждают и жители Твери. Без смартфона или планшета, рассказывают тверитяне, из дома они не выходят. Общаюсь с друзьями, покупаем, делаем покупки различные. Ну и так иногда просто посидеть, посмотреть что-нибудь интересное. Социальные сети, общение, в первую очередь. Это коммуникация, это прекрасно. Навигатор у меня здесь стоит. Разговариваю по телефону, в игрушки играю иногда. Однако даже самый современный гаджет не будет полезен, если он не подключен ко всемирной паутине. А если интернет медленный, то своему пользователю устройство еще и вред нанести может. По данным ученых, задержка в загрузке видео онлайн даже на 6 секунд провоцирует у человека больше стресс, чем дорожные пробки. Тем не менее, если правильно выбрать оператора, то о медленной загрузке можно забыть. Так, по данным международной компании Ookla, лидером по скорости мобильного интернета в стране 4-й год подряд становится Мегафон. Такой вывод сделали специалисты компании, проанализировав почти 3 миллиона замеров, которые делали сами пользователи. Средняя скорость скачивания в сети Мегафона более 32 мегабит в секунду. Это выше, чем у других операторов. А по России с начала года оператор построил почти 8 тысяч базовых станций 4G. Основная работа, которую мы сегодня проводим, да, для наших абонентов, это программа LTE-фикация. Это программа, принятая в целом в компании, да, направлена на донесение современного стандарта LTE до всех уголков нашей страны. На сегодняшний день более 80% нашей программы, а это порядка 200 базовых станций, мы модернизировали. Инженеры Мегафона усилили сигнал в Твери и более чем в 100 населенных пунктах области, в Торжке, Вышнем Волочке, Ржеве и других городах, а также в небольших поселках и деревнях. Устойчивый сигнал теперь доступен даже в уголках, где население меньше 100 человек.